Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Шенк. У нашего главного персонажа Шенка в предыдущей серии похитили девушку. Вот. Соответственно, похитил ее какой-то рестлер под кличкой Мясник. Мы нашли какого-то мясника, убили его на ринге, но оказалось, это не настоящий наш похититель. Поэтому мы продолжили свое путешествие, сели на поезд, но в итоге наш поезд разбился, потерпел крушение, и, собственно, мы с нашим главным персонажем продолжаем всю эту беготню. Давайте месить тут всех подряд! Как я не люблю собак, а? Они какие тут вообще злые. Хорош. Так, ну с мелкими работает все это. Так, какой-то прям ассасин перед начался. Хорош. Осколками убили голову? Это круто. Он прирожденный убийца. Мачете. Два смертоносных лезвия отлично шинкуют группу врагов. Ага, тяжелое оружие. То есть это вместо бензопилы, что ли, я так понимаю. Да. Давайте посмотрим. Совсем дурной, что ли? А ты пойдешь, нет? Встанет, нет. Так, я так понимаю, вот когда вот такая штука стоит, надо блок ставить. Я никак не пойму, как его делать. Thank you.
не погибли. Конечно, туда можно было бы сходить, но что-то мы как-то не подумали об этом. Как бы заточечку прокачать, что-то нас как-то слабовать не хочет больше. Вау, включить свет. Зачем это сделал? Ладно, полезно потратили одну гранату. Лезем и лезем, непонятно куда только. Still living the dream, hey butcher. Butcher, мясник, Сэм. I'd kill you now, friend, but I want you to hear a scream. Ты будешь кричать. Ну давай. Real Butcher. You will pay for killing Ava. Ты пожалеешь. I tell you, she was one sweet ride, all fighting for her life and shit. Ну давай, подеремся. Хорош! А че, не попал, да?
убегать и лучше расстреляя по тушам. Still living the dream. Окей. Да хорош. Да как с тобой справиться-то, алло? Still. Хорош. Так, неудачно. Отлично. Давай, давай, Буча. Вот и все. А где девушка наша? So that's the little whore. Кассандра. Клуб Звездная пыль. Или как там, Стардаст вроде, да? Звездная пыль. I'm looking for Cassandra. Я ищу Кассандру. О, нас какая-то камера снимает. Скрытая, да? The rumor mill got it right this time. You are alive. Чего ты там сказала, я не расслышал. Немножко занят тут. Плотненько. Статуя такая стоит просто. Я уж испугался, думал, что кто-то выскочит.
Так, сейвинг, ладно, контрольная точка. Let me take a look at you. Ну-ка, дай-ка на тебя посмотрю. 7 лет. And you still look good. А ты все еще хорошо сохранился. That night ruined my life. Ты разрушил мою жизнь. So that's the little whore. Ava! Порезал немножко. You may have been the one to cut me, but it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So let's get this over with. Так, что-то я неправильно делаю, да? Самое главное не проспать вот такие удары. Тут все ясно. Держите блок и нажмите влево-вправо для уклонения. Вон на что. Let me take a look at... Да ладно, я уже понял. Oh!
До свидания, дамочка. Ой. Еще что-то допилили в конце. Ну ладно. Используйте гранат для выхода из тяжелых ситуаций. Да у нас сплошные тут тяжелые ситуации. Давайте выбираться из этого клуба дурацкого. Слышь ты, здоровяк! О, УЗИ! Высокий темп стрельбы идеален против топ-врагов. Пойдет. Нет ничего идеального. Хорош! Отстань от меня! Что ж какой-то зверь там? Концепт-ар. Окей. Только он сейчас вообще не в тему прям. Yeah.
девчонки. Хорошо. Давай, Шен. Давай. Девочка, давай, моя хорошая. Ненавижу собак. Хорош. Прям все сложнее и сложнее все становится. Живем.
Вот от этого увернись попробуй. Ага. То есть по-любому на собаку надо, да? А куда дальше? А, еще выше. Мы об этом мы как не подумали изначально. Гранаты потратили. Давай. Давайте, да, мучу на тот свет. Тебя, старичок. О, дамочка попалась. Хорошо попалась. Ох.
хорош! Вот эту веселуху была. Там есть гранаты. Стардаст. Звездный пыль. Все-таки мы добрались до нее. Угу, змея. Анжела. Nice tattoo you got there. Классная татушка. Shank? Shank? I thought you were dead. Я думал, ты умер. Are you kidding me? We ты need шутишь? Tell me where to find Angelo. Расскажи-ка мне you know, все. You're kind of pushy considering you're in Venom territory. Does it look like I care? You make a good point. Так, ну давай-ка пойди по. How long has it been since you were in town? Like 6-7 years? What the hell you been doing? Что ты делал 7 лет? Man, oh man, Cesar must be pissed. I mean, I heard you were gonna be Cesar's second. You could have had anything you wanted, man. The hottest chicks, the purest junk. I would have fucked an elephant if Cesar wanted me to. Cesar promised me something once. Так. I fear you doubt my loyalty. I pulled you from the dirt. Ага, то есть они все работали на одного босса. Look around you. This was all yours, and you piss on it. Ты все это могло быть твоим. Но ты все потерял. You must kill her. Ты должен убить ее. Prove that you are willing to belong to this family, the only family that matters. I will not let you down, Cesar. А, так это Цезарь главный. You, my friend, are a real piece of work. Angelo. Right. You should be in here. Сладкая любовь. Hey, we're here. Send down the big boss. It's Mellow. It's Mellow. We are in the candy room. Oh, ты кто? You boys be safe and remember, no glove, no love. Да, окей. Понял. Ладно, я понял. Короче, мелкого надо убить, что ли? Или нет? Нет, походу не то, что-то. You boys be safe and remember, no glove, no love. Держите устройство между вами и Дэнни. А, типа вот это, что ли? А, ну это достаточно просто. Какой-то беспомощный босс такой. Ну что ж, все понятно, значит, мы работали на главного босса Цезаря,
но предали его, не захотев убить девушку. Соответственно, он отправил всех своих головорезов, чтобы они ее прикончили, а мы начали мстить, так как влюбились в нее. Окей. Big Danny came out, and Shake was like, what the fuck? I tell you, it was priceless. Miss me? Ты про меня это? Да хорош! Цепи! Цепи калечат и душат ваших врагов. Для вооружения выберите из вашего тяжелого оружия. То есть это вместо мачете, да? Ну окей. Ну что ж, ребят, давайте тогда на этих цепях сегодня мы с вами и закончим. Продолжим проходить игру Шенк уже в следующей серии. С вами был Павел. Всем пока. Увидимся.